Ребята, всем привет, с вами Александр, и да, пришло время сразиться с сильнейшими динозаврами против супер-мега-пупер-босса Бегемота 93. Вот такая вот прикольная картиночка. Еще он мне напоминает, знаете кого? Напоминает мне этих ковенантов из Хейла. У них тоже там такие, они были разных цветов. Так, вот наш босс, и мы пойдем самыми крепкими ребятами. Ну, точнее, не самыми крепкими. Давайте начнем с кого чуть попроще. Примерно тех же показателей возьмем сейчас. А потом уже будем брать кого покрепче. Так, ух ты, вот. Давайте вот так, вот так и вот так для начала. Ну а потом сразимся с самыми сильными, естественно. Нужно уровень ему немножко поднять, чтобы это было поинтереснее. Прикольно, у меня удар 1200, как и у него. Так, ну надеюсь, он меня не будет пробивать сейчас прям. Этого бронептерозавра. Хотелось бы, чтобы он пожил еще немножко. Ой, 3 поставил. Магическое число 3. Вот гад, не проатаковал. Два в защиту поставил, у него, вау, целых 7, 3, блин, 3, как раз ему хватит, чтобы пробить. Обидно. Обидно, что топескалозавр ни одного не пробил, надо было сразу в тупую атаковать, как я делал всегда. Что-то мне захотелось в защите посидеть. Не знаю зачем. Так, вау, 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 индоминус против бегемота, это круто. Вот это я понимаю размер, вот это хорошо смотрится. Вот это прекрасная добыча. Ну, правда, он, наверное, поопаснее будет, чем трицератопс. Потом эти носороги, они твари вообще безголовые и очень агрессивные. Прикиньте, он может этим рогом насквозь проткнуть брюхо индоминусу. Вот так, получи по рогам. Так, ну надо хищников брать, я думаю, вы одобрите. Будем брать хищников. Так, все, давайте пробиваем и идем за новой партией. Так, это подглючивает, если что, у меня притормаживает. Ну, такой слабенький урон. Так, идем дальше. Так, давайте смотреть. Ну, а Каркант, наверное, уже и будет слабоват даже, мне кажется. Так. Как-то так, наверное, пойдем. А потом уже возьмем мощь мощнейшую.
Ну он да, он меня уже, он у меня убивает даже попроще, чем я его. При том, что спинатозух у меня здесь самый сильный дэмагер. Блин, прикиньте, практически убил. Так, ну мне защищаться смысла нет. Я первого по-любому теряю. Пахигалозавра брать первым или последним на следующий бой? Так, конковинатор. Блин, ну носорог по весу, наверное, как конковинатор будет. Знаете почему? Потому что у динозавров же кости-то легкие, а у носорога они крепкие очень. Как будет индораптор смотреться на фоне бегемотика? Сейчас мы это увидим. Конковентор у нас тут написано, конечно, ну ладно. 7 баллов. Атака на 6. Так, 1, 2, 3 я его пробил. И один сверху, это точно его пробил. Ну, давайте попробуем, может, переживем этот бой. Хотя, вряд ли, у него будет 5 на следующий ход, и он, наверное, походит. Так, давай, не атакуй, не атакуй. 3. Блин, ну вот откуда он знал? Вот, реально, стоял бы у меня хотя бы один балл в защите. Читер. Читерский носорог. Прикольно было бы. 3-3-3-3-3-3-3-3-3. Так, ну и теперь пойдем с самыми сильными. Так. Юдон, Пахи и Индораптор. Помчались. Так, ну здесь у нас 11 тысяч жизней, как бы можно и посидеть немножко. Так, а что-то, видите, ракурс у нас совсем другой с Юдоном. Не так как-то красиво. Так, ну хотя бы по одному бы. Троих пробить было бы хорошо, конечно. Но 12 тысяч у него уже. Ну, попробуем. Пробил, отлично. Ну, пахигалозавра можно как-то и пробивать, и пропускать. Главное, индораптору баллов накопить побольше. Так, ну 6 это все, что у него было, да? Так, ну вообще-то изи катка получилась. Троих легко пробили. Так, мы будем потихоньку откусывать от него, посмотрим. Но у него удар уже по 2000, да? Ой, не, пробивает, сейчас пробьет.
Нет, смотрите. Испугался. Значит, он, думаю, в защиту поставил много. Да, 3 балла в защиту поставил. Хватит ему или не хватит? Не, не должно хватить. Я ж 4 поставил. Вот так вот. Обломись. Пахик молодец. Ай, черт, что-то я как-то не просчитал 1 балл. Так, ну этого я все равно сейчас пробью. Как раз идеально. Так, ну индораптором 2 мы не пробьем. Не хватит запаса по здоровью. Было 6, атакует на 5. Ну вот как раз. А 4, не, 4 тоже он пробил. Скорее бы всего хватило. Так, 1 балл у него остался. Мы это помним, нужно атаковать на 4. 4. И если у него будет 5, ну надо 3 ставить. 19, нам не ожидал. А у него все, жизнь больше не растет. Он ставит 2, я ставлю 3. У него 6. Ему он не сможет меня пробить. А я его, может быть, уже и пробью. Ну, должно хватать. Ладно, атакуем по полной. 3 как раз. 22 тысячи. Вау, это у нас 20-й бегемот. Ну, короче, круче всех смотрелся Индоминус и Титаново из прошлой серии. Так, ну а на этом, ребятки, я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и до скорых встреч. Всем пока.